Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся на дело! Итак, значит, смотрите, значит, мы такие аккуратненько, оп, натянули маски, и сегодня мы попытаемся ограбить банк жителей. Побежали, короче, девчонка. Сейчас покажем, короче, зрителям, что там, короче, находится банк. Давай, let's go, let's go! Так, друзья, смотрите, там сейчас находится банк, и мы попробуем туда проникнуть. Очень аккуратно и так далее. Смотрите, вот он, максимально защищенный банк, короче. Просто вообще жесть. Смотрите, сколько там камер, друзья. Это же просто жесть. Смотри, девчонка, ты видишь вообще? Это жесть. Короче, друзья, мы сейчас будем дожидаться ночи. Ночи будем дожидаться. Как только она наступит, мы отправимся на дело. В общем, дорогие друзья, чтобы у нас все получилось... Потому что девчонка первый раз идет на дело. Поставьте прямо сейчас лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А еще пишите хэштег «Мы банда». Да, напишите комментарий «Мы банда». Да, если напишите «Мы банда», может быть, на одну серию вернется гном и утка. Но это не точно. А то вы все иногда спрашиваете, где они. Они отдыхают, в общем, отдыхают, но и говорят, просмотров мало. Вот если будет много просмотров, они придут. Если будет мало просмотров, они не придут. Все, вот так вот. И с ними тоже банк, короче, грабанем. Так, короче, все, отправляемся вот сюда. Девчонка, ты где там? Девчонка, побежали, ну ты че, ё-моё. Так, все, быстрее, друзья, отправляемся. Сейчас мы, короче, будем ждать ночи. И все, короче. Вот здесь можно будет побалдеть. Так, все, во. Отлично, все, здесь, короче, друзья, балдеем и ждем, короче, когда же наступит ночь. Итак, друзья, наступила, мне кажется, ночь. Давайте посмотрим, что там вообще. Да, смотрите, друзья, все, наступила ночь. Короче, девчонка, одеваем маски. Бац. Отлично. Все, друзья, мы теперь максимально такие, значит, осторожные. Как, короче, как ниндзя. Достаем сюрикены на всякий случай, вдруг кто-то на нас нападет. Так, ну все, друзья, аккуратно, сейчас надо пробраться в банк. Так, ползем. Эй, девчонка, ты что там? Давай, ползем аккуратненько. Короче, друзья, по идее... О, там нифига, палит один, тихо, аккуратно, он на нас прям смоет. Так, давай в кусты, короче, быстро, вот так. Оба! Давай, побежала, быстро. Так. Короче, друзья, тут, по идее, где-то находится охранный комплекс. Нам надо, короче, найти охранный комплекс... И попробовать что-то там найти. Так, это кто у нас здесь? Так, девчонка какая-то стоит. Так, аккуратненько вот сюда пробираемся. Да, так. Заходим. Так, аккуратно дверь закрываем. Давай я закрою. Блин, ладно. Так, короче. О, друзья, здесь, короче, находится карта. Так, карту я на всякий случай заберу. Может быть, она пригодится. Так, выбегаем. Погнали, девчонка, быстрее. Так, в общем... Сейчас у нас будет реально спецзадание. Нам надо проникнуть и забрать алмазики. Так, тихо, тихо, отойди чуть подальше. Я не знаю, что там нас ждет. Надо быть максимально аккуратными. Итак, погнали. Тихо. Заходим. Так, друзья, изучаем сновку. Вверху над нами камеры, короче, располагаются. Здесь располагается луч, который сразу же сработает сирена. Да, сразу же сработает сирена и приедет полиция. Так. Ну-ка, девчонка, отойди сюда, отойди. Короче, нам нужны какие-то блоки. У тебя есть блоки? Если есть, давай, скидывай, короче. Так. О, смотрите, есть блоки. Все, 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 этого вполне хватит. Итак, друзья, смотрите, в чем фокус будет данной операции. Нам надо аккуратно поставить блоки. И, соответственно, перепрыгнуть. Мы не можем построить блоки высоко, иначе нас спалит камера. Поэтому придется строить именно вот так вот. Так, сейчас аккуратненько вот здесь вот. Вот так вот. И все. Давай, девчонка, забирайся. Отлично. Все, мы пробрались. Так, аккуратно. Главное, на красный луч не наступай. Так, друзья, тут, смотрите, находится дверь. Я так понимаю, это дверь в хранилище. Так, и, по-моему, вот эта карта, которую я подобрал, она может подойти, друзья. Так, камеры нас вроде не палят. Главное, короче, в присядочку вот так вот сидеть, как мы сейчас сидим. Потому что, смотри, над нами куча камер. Короче, они знали, что тут можно надстраивать над лучами штуки. И, получается, построили, чтобы мы высоко не забирались. Так, открываем. Давай, заходи быстрее. Вот, все, не успел. Давай, еще раз, давай, проходи. Оп. Тихо, аккуратно, не двигайся. Так, друзья, здесь, короче, главное не двигаться. Так, идем отсюда. Изучаем.
Так, я вижу лестницу, но там перегорожено. Да, смотрите, друзья, там, походу, дело вентиляция или вытяжка, или что-то такое. Но нам туда не пробраться. Я сейчас, конечно, попробую, друзья. Нет, никак, короче. Окей. Так, здесь, короче, пароль. Но пароль я вообще не знаю. Может быть, не знаю. 5, 6, 8, 7. Нет, я не знаю, друзья, пароль. Девчонка, а ты знаешь пароль? И девчонка не знает. Но, друзья, мы бы не пошли на спецзадание неподготовленные. Поэтому я специально взял очень крутое устройство. Называется взломщик паролей. Вот у меня в руке, короче, взломщик паролей. Это, короче, устройство, которое подбирает пароли. И мы сможем открыть. Так, друзья, я не знаю, сработает оно или нет. Я его вообще заказывал, короче, в магазине перед тем, как пойти на спецзадание. Но в данном случае, мне кажется, оно может помочь. Так, девчонка, приготовься пробегать. Потому что я так подозреваю, у нас будет один шанс. Так, я, короче, пробую взламывать. Друзья, что-то не взламывается. Короче, ему нужна подзарядка. Да, нужна подзарядка в виде ваших лайков. Друзья, если вы еще не поставили лайк, то, в общем-то, поставьте прямо сейчас лайк и, значит, напишите «взломщик». Да, напишите слово «взломщик» каждый. Вот у меня, видите, батарейка, она, видите, мерцает. То есть, вот если приглядитесь, она мерцает. Ты видишь, да, девчонка, она мерцает. Вот, друзья, вы тоже это видите. И надо больше электроэнергии. А электроэнергия — это лайк. В общем, ставьте лайк. Подписочка на канал. Так, вот уже пошли ставить лайки. Уже пошли подписываться. Да, вообще красавчики, красавица. Даже девчонка радуется. Так, я пробую, девчонка, приготовься пробегать. Так, почти подзарядилось устройство. И... давай, пробегаем. Тихо, все. О, все, друзья, мы пробежали. Даже, смотрите, батарейка немного истратилась. Прочность 3 из 4 стала. Нифига вы ее подзарядили нормально. Так. Здесь, короче, смотрите, луч. Луч сверху. Аккуратно под ним проползаем. Потом луч здесь. Так, нам опять потребуются блоки, друзья. Так, аккуратно, девчонка. Так вот. Так вот. Так вот, все. Сейчас вот будем вот так вот забираться. Так. Давай аккуратненько пробираемся. Все, друзья, отлично, отлично, просто отлично. А здесь как? Смотрите. Здесь просто сплошная стена. А выше там находится сканер, а еще выше камера. То есть мы здесь не сможем построить. Девчонка, ты знаешь как? Капец, и девчонка не знает. Я тоже, друзья, не знаю. Это, по ходу дела, головоломка. Да, это какая-то головоломка. Я думаю, нам надо пощупать руками стены. Короче, девчонка, щупай вот так вот руками стены. Давай, щупаем. Так. Так. Давай, щупай. Вот. Блин, я вообще ничего не вижу. Здесь где-то должна быть какая-то нычка, друзья. О, тихо, ну-ка еще раз стукни, когда ты стукнула. О, смотрите, друзья. Вы видите? Когда мы вот эти штуки бьем, они подсвечиваются. Ну-ка, сейчас я попробую навалиться. О, отлично. Давай, заходим. Друзья, нифига себе, мы, короче, прошли. Смотрите, здесь была потайная стена. Обалдеть. Ну-ка, девчонка, выйди сюда, давай рассмотрим. Иди сюда, иди сюда. Смотри, здесь вот так закрыть, вообще, да, не видно. Обалдеть, друзья, вы тоже, да, не видите, смотрите. Давай, проходим, проходим. Так, здесь следующая штука, смотрите, надо наверх. Но там камера. Так. А здесь как? Блин, здесь вообще непонятно. Давай щупаем, девчонка, опять. Давай аккуратно. Щупаем. Вообще что-то не щупается. Давай здесь тоже пощупаем. Подожди-ка. Ну-ка, дай мне этот факел. Так, ну что, девчонка, кидай мне факел, ну. Вот, так, ну-ка сейчас мы его рассмотрим, друзья. Смотрите, это какой-то торч. Левер. Ну-ка установим его обратно. Знаете, друзья, какой-то подозрительный факел. А если на него нажать? Опа. Проходим сюда, девчонка. Аккуратно, аккуратно. Главное, не задевай ничего. Так, здесь, смотрите, еще одна стена. Подождите, а девчонка, смотрите, как будто она в стене немножко. Ну-ка. Вот, ну-ка. Ого. Проходи, девчонка. Это, короче, иллюзия. Смотрите, друзья, это реально стена-иллюзия. Мы можем сквозь нее проходить. Вау, там даже видно что-то. Обалдеть. Да, девчонка, проходим сюда. Так, забираемся.
Надо сейчас забраться чуть выше. Обалдеть, друзья. Так, девчонка, максимально аккуратно, потому что здесь все заминировано. Ни к чему нельзя прикасаться. Так, аккуратно, друзья, проползаем. Вообще жесть. Давай, ползи, ползи. О, я вижу, короче, алмазики. Но это может быть ловушка. Да, смотрите, друзья, здесь все заминировано. Мне кажется, короче, если мы откроем вот эту дверцу, то просто здесь все взлетит на воздух, мне кажется. Ты как, девчонка, думаешь? Да или нет? Я не знаю, друзья. На самом деле, напишите в комментариях, взлетит здесь все или не взлетит. Я не знаю. Ну вот алмазики прямо перед нами. Остается только дверь открыть и все. Но, блин, смотрите, сколько здесь заминировано. Так, аккуратно. Так, ладно, давай, девчонка. Попробуем, да, короче, открыть. Так, друзья, приготовьтесь. Потому что это может быть вообще последняя серия, если подорвемся, короче. Так, в общем, на счет три. Это как, знаете, это как бомба, короче, обезвреживать. Красный, синий проводок. Так, давайте. Сейчас, девчонка, стой, а я сейчас попробую открыть. Так, раз, два, три. О, нормально. Подбираем раз алмазик. Давай, девчонка. О, девчонка, надо, на, бери алмаз. О, отлично. Сейчас следующее я взломаю. Сейчас аккуратно взламываем. О, на, еще один алмаз. Так, сейчас вот здесь, с этой стороны будем взламывать. Так, друзья, сейчас аккуратно. Так, ну-ка. Так, так. Отлично, на, еще два алмаза. Подбирай их. Во. Короче, друзья, все отлично работает. По ходу дела мы сейчас аккуратно все это заберем. Давай, бери. Так, сейчас вот сюда надо подойти. Ай, блин, здесь надо обратно, обратно, обратно. Так, аккуратненько вот так добегаем. Блин, тут рычаг, смотрите, друзья, как близко. Так, на, короче. Бери. Все, короче, нам надо отсюда текать, друзья. Отлично, отлично. Так, в общем-то, сейчас надо подумать план отступления, план отступления. Короче, я ставлю вот сюда камень. Ну, здесь кнопкой надо аккуратно. Вот, давай, девчонка, забирайся и аккуратно на шифте. А, тихо, аккуратно. Давай, прыгай. Вот, тихо, аккуратно на шифте, короче, ползи. Давай, давай, аккуратненько, вот. И нам, короче, надо нырнуть вон туда в воду, короче, прыгнуть. И все, и отсюда, короче, текать. Ну чё, погнали. Все, я попал, давай, девчонка, прыгай. Ну, почти, короче, как говорится. Все, побежали, девчонка, погнали за мной быстрее. Так, все, друзья, мы, короче, смогли отовариться алмазиками. Ой, блин, сейчас надо ветки сломать. Так, все, давай, девчонка, погнали за мной. Не туда, сзади, сзади, ты что потерялась? Девчонка, паникуй, ты не паникуй. Мы же профессиональные, короче, эти. Это, мы банда вообще. Так, ну-ка, аккуратно вот сюда вылазим. Все, отлично, давай, девчонка, вылази, все. Все, потекали, короче, друзья. Текаем быстрее. Так, маски снимаем, короче. Хотя нет, дома снимем, побежали. О, там зомби, нифига. Адмирал гасит, так, быстрее текаем. Обалдеть. Так, все, быстрее, 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 быстрее. Все, девчонка тоже бежит. Ой-ой, я думал, это стражник на меня, я аж обалдеть. Ох, кто тут спит, нифига себе. Здравствуйте. Чисто, короче, пока нас не было дома, к нам домой зашли. Так, все, снимаем маски, давай, снимаем маски. В общем, дорогие друзья, нам получилось, короче, мы смогли отовариться и забрать алмазики. В общем, дорогие друзья, если вам понравилась серия, как мы смогли проникнуть, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евген Бро и девчонка. И всем пока-пока!